Здравствуйте, друзья! Вчерашним роликом мы закончили наше прохождение по торговым центрам Анталии и осмотру, как они наряжены к Новому году. И сегодня мы решили сделать подборку, точнее топ, на основе нашего мнения от самых слабо украшенных торговых центров к самому наряженному. Присаживайтесь поудобнее, мы начинаем. Внизу нашего топа расположился красивый, но недостаточно, по нашему мнению, украшенный торговый центр, который расположен в районе Махалеси. Это торговый центр Mall of Antalya. На каждый из торговых центров у нас был отдельный обзор. Во время показа какого из либо торговых центров на них будет выскакивать подсказка, а также на каждый из них я оставлю ссылку в описании. Приятного просмотра! На шестой строчке нашего топа расположился любимый как местными жителями, так и популярный среди туристов Mall of Antalya, расположенный в районе Мурат-Паша. Thank you.
На пятой строчке нашего топа расположился торговый центр Эраста, который меньше посещается туристами и более посещаем местными жителями. Этот торговый центр расположен в районе Кипес. Четвертое место нашего топа занимает торговый центр «Разделек Парк». Он находится в районе Кипес и недалеко от того же торгового центра под названием «Эраста». Также этот торговый центр находится рядом с парком «Докума», на который мы делали обзор. Ссылка на него выйдет сейчас в подсказке, а также я оставлю на него в описании. Советую посмотреть, этот парк замечательный. И мы его даже поделили на три части из-за того, что он был очень огромный. Итак, давайте посмотрим, каков Озделек парк. Thank you.
Итак, вот мы подошли к нашему топ-3. И открывая тройку лидера с, так сказать, так называемым бронзовой медалью, это Migros Shopping Center, который расположен в районе Коньяалты. После долгих споров и обсуждений, кому же достанется серебряная медаль и золотая, мы все-таки решили, что на втором месте с серебряной медалью расположен будет торговый центр Terra City, который расположен в районе Мурад-Паша. Он уже находится ближе к району Лара, и он больше посещаем туристами, нежели те два торговых центра, что расположены в районе Кипес. Итак, давайте посмотрим. Thank you.
Итак, на вершине нашего топа, как самый красивый, атмосферный и большой торговый центр, является торговый центр Агора, расположенный в микрорайоне Махалеси в районе Кипес.
И вот подошла к концу наша подборка торговых центров. Напишите в комментариях, согласны ли вы с нашим топом и с нашим мнением. Если нет, то напишите свой топ, мы обязательно его оценим и выскажем свое мнение по этому поводу. Ну а сегодня 31 декабря, и я хочу поздравить вас с наступающим Новым годом и пожелать вам, чтобы следующий год стал еще лучше, еще прекраснее, чем был предыдущий. Надеюсь, вам понравилось это видео. Не забывайте ставить лайки, подписываться на наш канал. А в качестве своего подарка я вам дарю пару минут наслаждением шумом прибоя моря.